Ну все, ключ у меня теперь спокойно подходит. Естественно, тут вот эта вот натяжка этой шкуры создает проблему. Там не помню сколько, там 20 раз они сказали. На книжке написано 20 раз против часовой стрелки, чтобы ослабить корзину с запаской. Могли бы здесь сделать под отвертку, блин, чтобы вот этой хренью не страдать. Рукой не провернешь. Японцы, блин. Япона, мать. Сейчас мешает именно вот это вот покрытие половое. Как бы препятствует свободному доступу. Вот так. О, пошла. Пошла вода в хату у меня. Сейчас шваркнем колесо, посмотрим, что там оно из себя представляет. Я вас там не ударил, не испугал? Ну что, видите, нет колеса моего? Мне надо снять его с крючка. Вот он, этот болт. И он, конечно, он держит. Ага, его надо еще выкручивать дальше. Все, идем выкручивать. Короче, я оказался хитрее. Чем так мудохаться? Идем смотреть на колесо. Опа. Болт просто препятствует. Да, и на видео показано, что там такая длинноногая девушка. А, во как. Длинноногая девушка там вытаскивает колесо в запаску. О, бля. Просто надо было крюк в сторону отвести. Крюк болтается. Вот этот крюк. Он просто болтается. Его надо было колесо приподнять. Болт ушел, когда я выкрутил. Его надо было в сторону отвести, и все. Здесь у нас глушак. Днище. А это опорное. Чтоб не вибрировало это колесо запасное. Вон там какой-то ящик. Непонятный. Пластиковый с проводами, блин. Что ты делаешь? Так, сейчас запаску вытащу, посмотрю его. Так. Бриджстоун. Бриджстоун. И много в нем мусора. Продавлено. Смотрите, как продавлено от этой корзины. Но каменная, не спущенная добегайка у меня в наличии. У меня в Хонде, когда было колесо, оно требовало постоянной подкачки. Не то, что постоянной подкачки, а если захотел им воспользоваться, то надо обязательно подкачивать. Интересно, японцы придумали. Фух. Но если бы не мой ключик, вот этот вот, не знаю, что бы я и делал. Так. Не надо ее засунуть туда. Вот так. Thank you.
У меня такое ощущение, что моя головка большего размера, чем гайка, это болты, да. Прокручивается сейчас, уже под натугой пошло. А больше и не надо. Болт встал в свое положение и держит уже. Не дает выходу. Так, а что ж там было? Не дает выходу моей корзинке. Так, на 19. На 19 маленький. Следующий был на 24 большой. Неужели там дюймовая? 7 восьмых. О, бля. Не метрическая, а американская. 7 восьмых плотно подошла и прет. Все. Все, мы с этим закончили. У меня здесь должна быть крышечка еще там по видеоролику. Крышечки никакой нету. Это не проблема. Мне эта крышечка и подавно не нужна. Так, инструмент я сюда складываю опять. Возвращаем все на место, все как было. Моя сумка с инструментом. Корзинка. Это уйдет у нас сюда. А я уже хотел жаловаться, что японцы ковры неправильно сделали. Смотрите. Вот этот выступ сделан специально для этой запаски. И здесь до сих пор мне не подходит ровно. Ну, возможно, ковер тоже неправильный. Но я и свою там шишку не до конца убрал. Возможно, косячно. Но пойдет, багажник работает. Ну, а домкрат, как я уже показывал, находится здесь. Удобное место, мне понравилось. Не валяется, не гремит, как там в колесе где-нибудь у Хонды. Все это валялось. Так, теперь главное правильно положить, чтобы она легла аккуратненько, заправить наш коврик с шипами, блин, который впивается в этот пол. Сука. Вот так, ложись давай. Вот и все. Мои чехлы. Вернее, коробка от чехлов. Коврики. Все. Все сделано. Чехлы подошли, у меня нормально, мне нравится. Идем разбираться с прикуривателем.